Ребят, всем привет! Под прошлым роликом мы с большим трудом набрали, но все же набрали 30 лайков. Огромное вам за это спасибо. Давайте под этим роликом тоже наберем 30 лайков и больше. Также, ребят, конечно же, пишите комментарии под этим роликом, чтобы вышел, соответственно, новый ролик. Как только мы набираем 30 роликов, я сразу же выкладываю новый ролик по Shadow Fight 2. Поэтому, привет, пожалуйста, поддержите. Ну и мне, надеюсь, повезет. А, то есть надо еще крутить за 80. Нет, давайте мы все-таки упустим. А, мы можем бесплатно. Бесплатно это что тогда? Окей, что у нас здесь еще есть? По каким-то возможным улучшениям. Челюсть, смерть. Ой, ребята, как же я любил вот эти всякие приколюхи, дополнительные свойства оружия. Это, конечно, кайфово. Но давайте уже непосредственно перейдем к боям, ребята. Так, ну, чтобы сражаться, получается, с рысью. Это, наверное, нет, наверное, не с рысью. Скорее всего, в общем, с одним из телохранителей рыси. Нужно, я думаю, еще прокачаться. Сложновато будет. Выживание, ну, это окей, понятно. Дуэль, случайно выбранное оружие, тоже, возможно, интересно будет. Давайте в турнире. Мы продолжим, в общем, наш путь в турнире. Надеюсь, что у нас будет все неплохо. Сейчас стервятник, ребят. Стервятник, серва и вятник. Ну, это для превью. Ну что ж. А, first strike! Ну, мы ножками поработаем. Плюс со своими саями, чтобы хорошенечко сделать отбивную с стервятника. А может быть... Нет. Нас прям так неплохо завалили. Очень, очень много отобрал у нас друг. Очень много! Ты обалдел совсем, что ли? Стервятник! Давай, сай, сай. Дабл! Трипл! Раунд 3. Ай. Я постараюсь. Я реально сейчас постараюсь. Прям скилл! Скилл! Подрубаем мод под названием скилл. Немножко ножками, ножками. Чуть-чуть, буквально. Болезненно, болезненно. Очень болезненно было сейчас. Есть. Так, это камбэчная. Это подъезжает камбэчная. Погнали. Ой, хорошо, в пяточку. Хорошая реакция. Ой, люблю новое достижение. Обожаю новое достижение. Кайфую от новое достижение. Ах, сейчас бы в носину ему. Что это было? Что это было? Это было поражение. Довольно обидное поражение. Чувак буквально в несколько ударов в одной атаке меня завалил. Окей. Let's go. Пробуем еще раз. Использование расходников отлично поднимает твой членский взнос в этот канал. Так что, ребят, ставим лайк, подписываемся на канал. И будет все классно, и будет все хорошо, и будут новые ролики выходить чаще. Файт! Ой, хорошенечко сейчас просто прям по кайфу прям чувствую дистанцию, ребят, дистанция, дистанция. Нормально. Хорошечно. Дистанция, друзья мои, дистанция. Вот главная особенность, по крайней мере в этом бою. Головная боль, новое достижение, найс. Неплохо, но второй раунд, ребят, второй раунд. Выбор невелик, нужно побеждать. Дистанция. Где-то нужно сократить, где-то. Ребят, дистанция, главное дистанция. Ой, хорошо. В пяточку. Так, и ножкой добить, добить. Есть. Перфект! Си, покажи мне. Так, ну ладно, погнали. Так, 267. Неплохо. Очень неплохо. Хорошечно. Попробуй затирать свою экипировку, это повысит ваши шансы на победу. Да ладно. Серьезно? А, тут уже сложно. То есть это было типа еще так, типа, изи сложно, но сложно уже, да? Окей, ну что, мы можем что-то как-то уже там начать улучшать в нашей экипировке? Потому что я чувствую, что это прям надо, это прям надо. Так, с чем? Сай.
Слушай, ну чё, ну надо, надо, да. 3 минуты? Да пофиг, не буду ждать. 200, давай еще. Еще 2 минуты, ну я тут могу подождать уже. Уже могу подождать. Но челюсти смерти, я надеюсь, что все-таки, они, ну прям реально будут лучше. Реально будут лучше. Так, что-то здесь, еще экипа, ребят. То есть это типа в разных разделах. А, нет, это не экипа. Это не кипи, я перепутал, ладно. Кобра, либра, кобра, либра, либра, кобра изучена. Ну ладно, что у нас здесь? А здесь у нас какие-то новые достижения нанести. Так, отлично. Дополнительные крисы. Очень нам нужны сейчас. Мы прям в них очень нуждаемся. Поэтому это прям очень важно, друзья мои. Ладно. Ну что? Давайте в турнире мы все-таки продолжим участие, но уже на уровне сложно. Итак, железный. Ну что, железные. Погнали. Опять же, дистанция. Дистанция. Чувак тоже знает, похоже. Critical! Хорошечно. Хорошечно. I love you. I love you железного. I love you свои мозги. Мозги кайф. Мозги кайф. Когда они работают хорошо. О, найс, найс, отличный первый раунд, очень даже неплохо, ребят, второй раунд, это очень важно, надо сосредоточиться, девиз этого раунда, сосредоточься, Макс, сосредоточься, и поставьте лайк этому ролику, ребят, пожалуйста, я люблю лайки, я питаюсь лайками, мне нужны лайки. Японская машина, как будто бы меня сейчас переехала. Сушеный паровоз, короче, нас просто изи выбили. Хотя, конечно, мы вроде неплохо тоже вдарили железным, но его удар. Ой, хорошечно. Хорошечно. Может быть, как-то... Ой, хорошечно. Оу, what the... What the shulk? Что за паника? Не надо паники. Мы же не на Титанике. Есть. Привет, Макс. Привет. Как тебе? Крепкий орешек. Есть. Машина, просто машина. Ну что, я готов. Так, ну что... А монеток-то у нас побольше, 409. Совсем не дурно, друзья. Не забудьте ставить лайки, подписывайтесь на канал, это важно. И делитесь этим роликом в социальных сетях, ребят. Делитесь этим роликом в социальных сетях, чтобы они тоже посмотрели. Это классно, они что-то тоже лайки ставили. Будет приятно мне. Набор яростного воина. Кровавый жнец. Кираса. Ярости, змеиная маска. 10 баксов всего, конечно, как бы вообще, отключение рекламы. Здесь 10 баксов, это сейчас типа 980 рублей, наверное, да? Я себе... да чё, нет, конечно, ну камон. Ребят, ну хотя кто-то если задонатит нам прямо сейчас 10 баксов, то можно. Можно, почему нет? Так, что у нас там по снаряжению, по снаряге? Что у нас здесь по снаряжению? Ну да, можно и нужно улучшать, безусловно. Хотя... Ну, мы пока ничего нового не открыли, поэтому будем, наверное, пробовать также улучшить. Подожди, стоп. 42. 42. Да ё-моё. 42. Тоже плюс. Тоже 42. Так, давайте мы, короче, тоже улучшим. Ну, ждем, конечно. Мы же готовы подождать. Мы также наденем эту экипу, да. А что у нас здесь? А здесь, ну, надо новое что-то покупать. Но это как бы стоит просто... космических каких-то денег, просто откуда у нас такие деньги, ну что, мы там, не знаю, цыгане что ли, не знаю, откуда у нас такие деньги, это еще не готово. Так, а здесь у нас есть какое-то достижение, отлично, выиграй бой на уровне сложно, ну отлично, мы молодцы, в принципе, да, в принципе молодцы. Окей, давайте посмотрим, насколько реально теперь сразиться, ну нереально, невозможно, нам пишут невозможно. Невозможно, ладно. Безумно. И нормально. Давайте дуэли сыграем. Чисто как бы вот с каким-то рандомным оружием.
против ниндзя. Окей, versus. Те ниндзя. Let's go. Let's go, друзья мои. Сделаем красиво. Сделаем красиво. Итак, загрузка. Все еще идет. Раунд первый. О, какие здесь бэки, какие здесь, какой здесь фон классный. Класс, мне нравится. Это что за... А, это, наверное, мачете. А, ну все, кончился. Кончился, друзья мои. Блин, мне фон реально прикольный фон, мне нравится. Единственное, я бы еще как-то анимировал бы, чуть как-то больше бы сделал какого-то движа, что он как-то что-то меняется немножко, может быть там этот, ну, хотя он двигается, по-моему, дым этот или, ну, в чем ты, пар, это же пар называется? Туман, ну, туман, пар, не знаю. Скорее всего, туман, учитывая все эти локации. Короче, да, двигается, реально, ну, как бы не очень так выстрел, здесь вот, скорее, в правой части я больше замечал. Ну что, неплохо. Невероятное количество рекламы. Сейчас посмотрим, но тем не менее. Все-таки забираем монетки. К счастью. И теперь мы такие уже обеспеченные ребята. Завидные женихи. Завидные женихи, надеюсь я. Хотя там, конечно, типа снаряга типа 700, 800, 900. Там 1000, наверное, уже стоит. А, все? Типа разок сыграл и все. И жди 4 часа. Зашибись. Я вам скажу, зашибись просто. Ладно, что у нас по снаряге? Так, ну все-таки она улучшилась. Касательно старой кожаной куртки пока нет. Unfortunately, конечно же. Так, а касательно... Давайте посмотрим, конечно же. Так, ну с телохранителем рыси пока биться невозможно. Тут безумно. А что за сложность-то везде? Ну, давайте попробуем здесь, на безумном сыграть. Что, бархат? Тень против бархата. Let's go-юшки. Let's go-юшки. Donation. Ссылка на donation есть в описании. Погнали. А, нет, это другое оружие. Это значит другое оружие. У меня там было другое оружие, здесь тоже другое оружие. Прям каждый раз новое оружие. Прикольно, прикольно. Новое оружие, это прикольно. Более, когда оно кайфовое. Тем более, она когда очень кайфовая, это вообще прям по кайфу, ребят. Просто... А, газ. Так, ну что? Файт? Файтушка? Файтушечка? Это что за... Такого я еще не делал. Ранее. Ну, по крайней мере. Я не знал, что ты тут... Йо. Что за супер опять какие-то? Ну, просто бархат просто нас вынесло. Просто... Ну, как бы вообще... Ну, и даже не затронул практически. Ой, в хлебосочину нам прилетело. Так конкретно прилетело. О май гаш. Ну просто о май гаш. Да твою ж, ну то есть, я не могу даже. Ну все, короче, вы видели совсем сами. То есть, блин, ну в целом с бархатом можно биться с этим оружием, но тяжело, конечно, тяжело. Даже слишком. Я думаю, нам еще нужно на выживание немножечко побиться, чтобы немножечко еще монеток заработать, чтобы еще, соответственно, улучшить нашу экипу. Нам не хватает, нам, откровенно говоря, не хватает. То есть, ну если очень-очень, конечно, сильно стараться, то можно когда-нибудь как-нибудь все-таки завалить, да? Блин, сайт-то неплохо, на самом деле, оказывается. Эти короткие довольно-таки. То есть на какой-то коротко-средней дистанции они действуют. Средне-короткая дистанция. Вот эти, блин, они прям, ну, нормально так. Ну, просто, чё, ну, как бы он просто нас гасит, и все, просто гасит, и все. Ну, то есть, блин, вообще, ну, просто сосни это самое, хлебанца. Ну, вы поняли, почему, да? Да. А может быть... Не знаю, мне казалось прикольное оружие, то есть, блин, ну что-то как-то дальше не пошло с ним. Так. Я не очень понимаю, как, наверное, еще им биться этим оружием. Правда, у меня какие-то сложности. Ну правда, блин, я типа вообще ничего не могу сделать. Это очень печально, чуваки, это прям очень печально. Я ничего не могу, то есть, я теряю время много на нем. Ну,
как бы не кувыркается туда, куда нужно. Ну, то есть, ну, вот так вот, да. Ой, просто в хлеб... Ну, просто в хлебало прописал там конкретно. Да уж. Мы же попробуем, да, мы все-таки great. Типа, отлично. На грани. Ну, на грани, ребят, ну, какое-то еще дополнительное достижение. Ну, то, окей. Окей, попробуем сейчас что-нибудь сделать. Неплохо. Great, чуваки. Double great, double great, double great. Вы такой когда-нибудь видели? Double great. Грей, чуваки, просто вот на вот столько. На донышке, как говорила известная героиня. Передач Андрюш. Я что вообще делаю? Чуваки, просто на донышке, но делаем. Делаем дела. Обалдеть. Я что, научился, что ли, играть? Ну, no. Все. Ну, когда приходит конец, что сказать. Когда приходит и конец. Отмена. Не-не-не, отмена. Нам как бы... Все-таки я получаю свои монетки наконец-то. Ух, это было непросто. Это было совсем-совсем непросто. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, это очень-очень важно мне. Пожалуйста. Чтобы вот новые ролики выходили, чтобы быстрее они выходили, 30-ку лайков набираем и все, и просто сразу выкладываем, ребят. Давайте, пожалуйста, поддержите! Пожалуйста, очень-очень молю, пожалуйста, поддержите. Так, ну что, у нас чуть побольше стало монеток, но тем не менее, все не все равно так просто. Так, старая кожаная куртка. А, что у нас здесь еще? Какие-то всякие приколюхи вот такие есть. Давайте старую кожаную куртку все-таки мы, наверное, ее надеть. Да, пожалуй, ее мы примерим. Да, пусть хотя бы она у нас будет. Тем более мы можем сразу даже. У нас даже хватает на улучшение. Представляете, насколько мы хороши. Прям красавчики. Ну что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Всем удачи, всем пока.